Внимание, обнаружена халява. Чтобы получить 200 голды, тебе надо поставить огромный лайк, подписаться на мой канал, подписаться на мой второй канал, ссылка на который есть в описании. Также написать хороший комментарий плюс свой ID и нажать на колокольчик. Ну что же, а мы идем дальше. Приветик всем, ребята, меня зовут Кента ПК, и сегодня мы, ребята, узнаем, что же будет и сколько я получу опыта, если я буду ставить одни хедшоты на протяжении всех раундов, и я, ребята, буду делать максимальное количество киллов. Как мы видим, тут 9 террористов, так, ребят, подходите ко мне, ща, ребят, буду ставить головы. Опа, первый пошел, второй пошел, ох ты, второй, третий сразу пошел. Так, пацаны, ой, вы чуть все лагаете, четвертый пошел, пятый, шестой, ё-моё, седьмой, восьмой. Все, всех убил, ребят, это очень-очень хорошо. А, даже девятерых убил, походу не заметил. А вы, пожалуйста, мои уважаемые подписчики, поставьте мне огромный лайк и подпишитесь на мой канал. Для меня это очень важно. Потому что если будет много лайков, много хороших комментариев и много новых подписок, то тогда я обязательно сниму продолжение данной рубрики. Ну что же, поехали. Ребята, обратно все идем на А, и я обратно буду ставить хедшоты. Вот это да, вот это я скилловый подчан. Так, жду всех. Всех жду на А, пока что никого нету. Кто же будет первым? А ну-ка, кто же первый получит хедшот? Ой-ой-ой, тут парень со спидхаком. Ребят, стойте на месте, прошу вас. Так, опа. Да куда ты, блин, промахнулся? Эксклюзив, не пугай меня. Ребят, стреляет только в головы. Опа-па. Ой-ой-ой, нормально, нормально. Вот я раздаю, да? Вот эти скилловые. Так, кто там прыгает? Феликс Кот, стой на месте. Нормально. Так, главное, пацаны, вы стойте на месте и не двигайтесь. Мне так будет проще всего. Нормально, все. И опять Кента ПК сделал 9 киллов. Ребят, вообще изи каточка, даже не напрягался, даже руки не вспотели. Опа, 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 опа. Веном гей у парня ник. Странный ник у парня. Так, ребят, главное, не двигайтесь, прошу, чтобы я не промахнулся и случайно не убил в тело. Это очень важно. Мы кое-что проверим. Опа, эксклюзив. Эксклюзив там собрался бомбу закладывать. Так, кто там остался? Так, дружище, Толян. Толян Про, стой на месте. Нормально, нормально, нормально. И, ребята, как обычно, Кента ПК уже получил 3 звезды. Даже не напрягаясь. Изи-бризи. Мне очень интересно, сколько я получу опыта. Потому что, насколько мне известно, за убийство в голову можно получать гораздо больше опыта. Так вот, мне вот интересно, получу ли я больше опыта, чем просто за обычное убийство или нет. И кто там прячется? Так, молодой человек. Опа. И четвертый раунд за мной. Опять, ребята, Кента пока всех убил. У меня даже 0 смертей. Вот это да, я, конечно, извиняюсь, но, ребят, 0 смертей, это солидно. Самое главное, чтобы никто не вылетел, потому что я уже это видео снимаю целый час. Самое главное, чтобы никто не вылетел, прошу. Так, кто-то даже дым кинул. Так, ребят, давайте как без дыма обойдемся. У нас все-таки не дискотека 90-х. Опа. Ой-ой, красиво, красиво. Так, стой на месте. Кого-то не хватает, да? А, не, все нормально, просто сервак немножко подвисает. Но, ребят, нормально, и я уже выиграл 5 раундов подряд. Ставьте лайки, пишите хорошие комментарии и подписывайтесь на мой канал. Даже парень с чата, Феликс, подсказывает, что, ребят, ну поставьте вы уже лайки. Вот, смотри, вот ставьте лайки. Вот, кто не поставит лайк, тот будет вообще плохим мальчиком, тот будет пипиркой. Так, пацаны, ох, как это тяжело, вот я голову раздаю, да? Вот если бы на стриме так играл, была бы вообще пушка. Так, кто следующий, пацаны? Давайте, становитесь в очередь. Знаете, такое ощущение, как будто у меня какая-то очередь за пирожками. Беру, всех убиваю. Нормально. Оп. Ханди. Минус Ханди. Так, так, так. Кто остался, пацаны? Кто наш последний герой? Эксклюзив. Опа. Нормально, ребята. 7-0, остался последний раунд, и уже мы узнаем, сколько я получу опыта. Мне очень-очень интересно. Но самое главное, чтобы никто из противников не зашел, потому что один из моих подписчиков вылетел, и на его место может зайти рандомный чувак, он может все испортить. Кто-то в чате пишет, го наберем 3000 лайков. Ребят, 3000 лайков это слишком мало, давайте наберем 8к лайков. 8к лайков, это уже будет гораздо интересней. Так, пацаны, погнали. А давайте, вот именно на последнем килле вы все станете в ряд. Вот последний килл, ребят, давайте все в ряд станем, я тупо так эпично всех убью. Так, я сказал, да кто? Кто слеповые кидает? Ох, блин, маленькие шелунишки. Так, в ряд стали, я сказал. И дым не кидайте. Ребят, вот вы не поверите, но вот я уже целый час вот так вот снимаю видео. Говорю, встаньте в ряд, смотрите, как стали в ряд. Ой-ё-ё. Ладно, я понял, все, даю головы. Я понял, пацаны, бесполезно, даю головы так. Опа, опа. Так, кто дальше? Так,
Молодой человек, стойте на месте. Опа, да стойте на месте. Я сказал, стойте на месте. Йо, куда вы присели? Так, и у нас остался последний противник. Это Ханди. Хэнди. Хэндушка. Давай, иди к папочке. Ох ты, вот ты, он бегаешь с АВП. Стой на месте, не прыгай, а вдруг промахнусь. Надо именно в голову. Так, ребят, у меня счет 70 киллов, 0 смертей, неплохо, и мы узнаем, сколько я получил опыта, ребят. Как вы думаете, сколько? Пишите в комментариях, как вы думаете, сколько? А ну-ка. Офигеть, 3500 опыта, обалдеть. Я просто в шоке. Офигеть. 3500 опыта, блин, ребят, это просто пушка. Реально, опыта я получил крайне много. Ребят, пожалуйста, поставьте огромные лайки, подпишитесь на мой канал и напишите любые хорошие комментарии. Мне будет очень приятно их почитать. Если вам интересно продолжение данной рубрики, чтобы я проверил, когда стрелял, допустим, не в голову, а в тело, то обязательно напишите об этом в комментариях. Ну что же, а с вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока.